Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале. Я забыла намазюкаться блеском, но это не помешает нам с вами, вот так давайте, поесть роллы и пообсуждать. Это, наверное, последнее видео в этом году, так что давайте поднимем бокалы и встретим 2021 год. Напиток у меня такой, каппи, обожаю его. И давайте приступим. Не знаю, завтра буду снимать для вас видео или нет. Возможно, вы это видео видите 31-го. Но я планирую его загрузить все-таки 30-го. Сняла влог. Но он такой дурацкий. Я не знаю, стоит ли его выкладывать или нет. Вроде как старалась, снимала, но по факту не хочется выкладывать. В общем, что у нас по роллам? У нас вот такие роллы с огурцом. Здесь внутри рыбка, творожный сыр и огурчики. Дальше вот такие роллы, которые я специально захотела, так скажем. По-моему, в сети их даже нету. В общем, это просто с сыром. Это очень вкусно. Дальше Калифорния, да, шапочкой. И давайте приступим. Начнем. Первый пошел. Не могу сказать, что я очень голодная. Наверное, 31-го не буду снимать. Что я могу сказать про 2020 год? Этот год был ужасным, мне кажется, для всех. И для меня тоже. Самое главное, у нас в стране была война. Слава богу, она закончилась. Потом этот коронавирус, который прям уже достал, уже прям в кишках у нас сидит. Ой! Ну все, мои хорошие, я к вам вернулась. Давайте продолжим мукбанг. Я заляпалась, у меня поменяла и брюки, и кофту, и волосы у меня были в этом. Вот, так, аккуратненько, аккуратно. В плане работы для меня 2020 год, он был просто идеальный. То есть я получила новую должность, о которой ранее даже не мечтала. Вот. То есть все хорошо, но в плане вообще состояния морального. Это был ужасный год. Ужасный во всех планах. С одной стороны, война. С другой стороны, вот этот карантин, режим, когда постоянно нужно сидеть дома. Это, честно, жутко раздражает. Даже в плане блогинга, ты хочешь что-то снять, ты хочешь куда-то сходить. Я смотрю истории каких-то других блогеров. Мне идти, по большому счету, некуда. На Новый год я буду сидеть дома. И уже, можно сказать, где-то месяц я постоянно дома. Под конец года брат посеял телефон из плохих новостей. Честно, настроение у меня не очень. И вы, наверное, это замечаете. Я там во влоге вам про это говорю, но я не знаю, влог выйдет или нет, досниму я его или нет. Поэтому давайте я вам расскажу, что у меня случилось. В общем, я пью сильнодействующие таблетки, которые как раз-таки высушивают кожу и очень пагубно влияют на здоровье. И я искренне надеялась, что они мне помогут. И так оно и было. Но последние два дня
У меня появились новые высыпания. Это жутко раздражает, если честно. Я думала, что уже новых точно не появится. Просто будут проходить старые. Но, к сожалению, оказалось, что это не так. Все не так просто. Новый год. Семейный праздник. Папа не может приехать оттуда. Граница закрыта. Брат тоже самое. Поэтому приходится втроем. Хотя бы, знаете, можно как-то порадовать своих близких, купить какие-то подарки. Но все закрыто. Я, конечно, понимаю, что это все делается во благо нам. Как только у нас все закрыли, сразу уменьшилось число зараженных. У меня у подруги соседка, она болела коронавирусом, вся их семья. И они рассказывали, насколько это сложное заболевание. То есть многие думают, это просто грипп, но это все зависит от того, как вы перенесете. Кто-то переносит легко, кто-то не очень. В общем, я понимаю, что все эти сложившиеся ситуации, они как бы вынуждены. Никто специально нас дома не посадил. Если была бы возможность, нам бы позволили выходить и делать то, что мы хотим. Ну, вот так вот. Поэтому, наконец-то, я желаю, чтобы 2021 год, это был год уже без коронавируса, без пандемии, маски, ограничения, чтобы уже все сделали себе вакцину, и все, мы ходили смело. Вот этим очень вкусно, с сыром, сыр такой нежный. Только в плане работы, в материальном плане, этот год для меня был очень успешным. А во всех других планах ужасный, как и для всех. Какие же вкусные роллы. Хорошо, что роллы взяла. Я хочу устроить себе мини-отпуск. 2-3 дня ничего не снимать. Просто отдохнуть. Не знаю, сумею ли я или нет. Вы меня будете видеть только в Инстаграме. Может, в Инстаграме в прямом эфире какой-то там мукбанг забабахаем. А так вот полноценное видео я решила не снимать. Я хочу отдохнуть. Я считаю, что я молодец. В этом году поработала на славу. Румяна у меня такие, как будто мне справа и слева дали леща.
Ребят, я наелась. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Напишите, пожалуйста, в комментариях, а чем для вас закончился этот год. Единственное, наверное, приобретение – это Твикс. И, конечно, победа в войне. Но сколько жизни унесла эта война? Я вам желаю прежде всего семейного благополучия, гармонии внутри. Вот гармония внутри – это самое главное. Всех люблю, целую.